В России продолжается череда усилений запретительных мер. На этот раз это вновь коснулось водителей. Поползновение в сторону кошельков автолюбителей совершает Государственная Дума, которая во втором чтении приняла законопроект об увеличении штрафа за непропуск пешехода. По мнению народных избранников, провинившихся стоит наказывать не на 1500 рублей, а на 2500. Проблема в том, кого считать непропущенным. Если верить ПДД, водитель обязан уступить дорогу тем, кто пересекает ее в положенном месте. Сам термин «уступи дорогу» означает не создавать препятствий для движения. Но, как известно, теория слишком часто расходится с практикой. Инспектор ДПС нередко забывает о том, что пешехода надо не пропускать, а уступать ему дорогу. И может выписать штраф, даже если автомобиль не был помехой для человека. У меня стаж больше 30 лет, я профессионал. Хотя я офицер запаса, но я добропорядочный. Под карательными мерами все равно Россия страна большая. По чуть-чуть, 1000-1500 нормально. Немножко многовато, конечно, но все-таки за пешеход стоит. Будем платить тогда, если нарушим. Куда деваться? И пешеходам тоже надо, чтобы соответствующие нарушения. Они же ведь, вот пешеходы вот так, сплошной, двойной шпарит, водитель виноват. У каждой медали есть обратная сторона, о которой в нашем случае, похоже, забыли. Для пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, штраф уже давно составляет 500 рублей. И если есть такая большая разница, то зачем платить больше? Илья Матушкин, Александр Ветров, Открытый канал.